привет! С вами Ася и Тая, и сегодня мы будем делать поделки из скорлупок грецких орехов. Мы их будем разукрашивать красками, может быть, наклеивать цветную бумагу на них, делать разные черепашки, зайчики, короче, разные формы животных. Мы же все здесь подготовили, краски, цветную бумагу, белый картон, гуашь, акварель. Все готово. Я сейчас попробую сделать божью коровку с помощью красного и черного цвета. А ты, Тая, что будешь делать? Что ты будешь делать? Желтый. Что? Желтый. Все, давайте красить. Я еще хочу внутри прокрасить. Пока буду делать что-то другое. А у меня ничего нету тут. У меня один орешек тут. Да рисуй. А я нарисовала свой. Сейчас я буду делать черепашку. Окрашу ее в зеленый цвет. Сначала я просто наношу, а потом буду прикрашивать то, что я не прокрасила. Я делаю мышку. Колорадский жук и вот подсыхает моя черепашка, которую я потом еще раз нанесу слой краски, чтобы было более прокрашено. Я думаю, получится очень красиво. А еще можно у тебя белый цвет взять? Дай, подожди. Ну можно, дай мне белый цвет. Так, это колорадский жук, это мышка белая, это черепашка. У меня тоже колорадский жук, Ась. Мы ждем, пока краска высохнет, чтобы она просохла хорошенько, чтобы можно было наносить следующий слой. А моя же высохла. Ну, вот это почти высохло, а мое я очень много наносила, поэтому оно еще сохнет. Ну, а у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. У тебя 5. А у меня 1, 2, 3, 4. А у меня 2 красных. А у меня все разноцветные, белые, оранжевая, зеленая и черная. Мы дальше продолжаем делать. У Таи уже точки есть на божьей коровке и глазки налеплены на паучке. У меня тоже я глазки прикрепила к своему паучку. А остальные орешки еще подсыхают, чтобы получилось все красиво и оригинально. Мне так нравится этот мастер-класс. Вот мой паучок. Потом мы ему еще сделаем ножки. А вот досыхают мой колорадский жук, моя мышка и черепашка. Вот у нас так получилось. Это Таюськины, такие животные. Мышка, 2 божьих коровки, это колорадский жук, по-моему, я не знаю. Сначала мы думали, что будем украшать наших животных только цветной бумагой. Но теперь решили, что они только будут рисованными. Это у Таюси получилась мышка, майский жук, божья коровка, которая в процессе будет доделываться, недоделанный паучок. И еще вот черепашка или жабка. Это жабка зеленая. Вот такие фигурки у нас получаются. Они еще в процессе, то есть делаются. Очень красиво, мне кажется. Мы могли цветной бумагой украсить разными картонками, наклейками. Но почему-то сегодня мы захотели их разукрасить. Я считаю, очень классно получилось. Потом мы еще к паучку ножки приделаем. Вот. Это у нас мышка, паучок, божья коровка, майский жук, еще мышка, еще множество других. Ну, всем пока. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. С вами были Ася и Тая.